И в завершении новости спорта. В минувшие выходные на лыжероллерной трассе состоялся всероссийский забег кросс-нации. В ежегодных соревнованиях приняли участие любители спорта всех возрастов. Единственное требование к допуску на старт – это наличие медицинской справки. О том, как это было, в материале наших коллег. Марш! Впереди у этих ребят километровая трасса. Самая короткая дистанция на соревнованиях. Бегут в свое удовольствие, ведь практически все занимаются другим видом спорта. Занимаюсь лыжами и захотела бежать просто для своего здоровья. Я занимаюсь лыжами и я бегу 4 километра. А какой результат хочешь показать? Ну, попробуй занять первое место. К кроссу нации допускаются все желающие. В этом году в числе участников 140 человек. Среди них Александр Бибенин, который впервые вышел на дистанцию самого массового в России забега. Погода прекрасная, прохладно, бежится очень легко. Грунт, достаточно хорошее покрытие, поэтому бегать одно удовольствие. Видимо, источником... вообще хорошей физической формой является правильное питание. Поэтому я бы всех призвал стараться правильно питаться. И тогда все встанет в норму и захочется спортом заниматься. И жизнь изменится. В Нарьян-Маре кросс-нации проводится с 2007 года. И за более чем десятилетнюю историю для кого-то участие в соревнованиях стало традицией. Например, Эдуард Казан ведет здоровый образ жизни еще со школьной скамьи и старается никогда не пропускать любые спортивные мероприятия. Я раньше участвовал и тоже в кросс-нации на разные дистанции. Ну и сейчас, чтобы поддержать настроение и вообще это праздник здоровья, так сказать, и хорошее настроение. Для меня пойдет... Конечно, надо еще потренироваться, чтобы лучше бегать. Только все. Как в целом, тяжелая, сложная дистанция? Не тяжело, нормально. Все, как говорится, видно эти повороты, все эти указатели, не заблудишься. Ну а самые подготовленные спортсмены выступают сразу в нескольких забегах. Например, Егору Евтысому одной победы оказалось мало. Я так-то записался на 4 километра на результат, то есть уже занял первое место, сейчас побегу 12. Ну, для себя. Для тренировочки, так чтобы этот выносливость разработать. Всего во время соревнований состоялось 11 забегов. По словам организаторов, чтобы привлечь как можно больше участников, они стараются учесть интересы спортсменов каждой возрастной группы. Мы обязательно включаем то, что прописано Министерством спорта. И мы добавочно включаем свои региональные дистанции, награждаем, потому что очень большой разрыв в возрастных группах. Мы хотя бы, чтобы нам учесть людей, которые не так часто бегают, так скажем, но они хотят участвовать. Поэтому мы ставим небольшие дистанции, мы награждаем. По итогам соревнований все призеры получили медали Министерства спорта России, а победители еще и чемпионские кубки. Владимир Рожин, Игорь Тарасевич, телеканал «Север».